Самый длинный фонтан в Казахстане стал излюбленным местом для отдыха горожан и гостей города Тараза. Влюбленные назначают свидание возле этих незамысловатых, но вполне симпатичных фигур. Сегодня я расскажу вам, как обустроился парк имени Кайрата Расулбекова и как изменился вид нашего любимого города. Я Катерина Иващенко, и это программа «Турлинген Тараз». Не переключайтесь, будет очень интересно. Реконструкция аллеи Жолтухсан Толкына была проведена с целью унификации и связывания объекта с парком Кайрата Расулбекова. Здесь за короткое время построен один из самых длинных фонтанов в Казахстане. Его длина составляет 220 квадратных метров. Архитектура и современные технологии делают это место необычайно красивым. Фонтан состоит из трех самых длинных каскадов по республике. Первая волна от гейзера начинается с монументального МАФ-А-80. Всего на фасаде фонтана установлены фигуры барса, орла и единорога, которые являются символами независимости. При создании фонтана в работе было задействовано более 50 человек. По словам Амангельды Житибаева, такой фонтан удивляет не только жамбылцев, но и гостей региона. Каскадный фонтан, рядом с парком Кайрата Расулбекова, там тоже... как бы показывает волнение молодежи, вот это само выполнено на этом фоне. Там малые архитектурные формы, беркута, барса, в общем, символизирующая она независимость. В общем, в этом плане вот это все сделано. Это на сегодняшний день уже сделанная работа нами. Выполнены эскизные проекты совместно с областной архитектурным бюро. Кроме того, здесь посажено 120 деревьев, установлено 22 светильника, 48 мест и урны для мусора. Установлено 4 батареи солнечного света, 10 штук смарт-скамеек, подключаемые к сети интернет. Эскиз самой аллеи проекта разработан ТО «Спектр Energy Group». Площадь ее составляет в ширину 20 метров, длину 0,5. Проект стоит 284 миллиона тенге. Полностью реконструирован находящийся в центре города Тараза парк имени героя декабрьских событий Халыка Харманы Кайрата Расулбекова. Этот парк площадью в 9 гектаров был заложен в 1967 году комсомольцами города в честь полувековой годовщины Октябрьской революции и носил имя Комсомольский. В 90-е годы он был переименован в честь уроженца Майнкумского района Кайрата Расулбекова. В ходе реконструкции здесь также обновлен памятник герою. Высота постамента составляет 2,2 метра, высота памятника 2,8 метра. Вход в парк украшен табличками со словами Ельбасы Нурсултана Назарбаева и других великих личностей. Кроме этого, здесь расположены Кымысхана Гибрат, музей Желтухсан-86, символ огня Тәуелсіздік Кушкыны, детская, спортивная и шахматная площадки. Как известно, Жамбылская область в эти дни отмечает свое 80-летие. Образована она была указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года из части Южно-Казахстанской и Алма-Атинских областей. В 1993 году название Жамбылской было изменено на Жамбылскую. Область названа в честь Жамбыла Жабаева, казахского поэта и акына. Административный центр – город Тараз. Ранее Жамбул – Жамбыл. Область состоит из 10 районов – Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Курдайского, Миркенского, Майнкумского, Рыскуловского, Сарысуского, Таласского, Шуского и городов Тараза, Каратау, Жанатаса и Шу. На территории Жамбылской области проживают более 100 национальностей. А теперь мы узнаем, насколько хорошо жители города Тараза знают историю Жамбылской области, которая совсем скоро будет праздновать свое 80-летие. В каком году основалась Жамбылская область? Так, если в этом году будет 80, по-моему, в 1939 году. Жамбылская область, в 1939 году. В 1939 году.
Сколько районов входят в Жамбылскую область? В Жамбылскую область входят 10 районов. Меркенский, Муинкумский, Сарсуский, Талас, Шуский, Кордайский, Жуалинский, Жамбылский район, потом еще... Я забыл уже. Районов 10. 10. Шуйский, Таласский, Байзакский, потом Байзакский, Жамбылский, Тұрар-рысқұловский, Меркенский есть, да? Сарысуский, Жуалинский. Сколько национальностей проживает в Жамбылской области? В Жамбылской области более 100, наверное. Более 100. 130. В связи с 80-летием Жамбылской области передача «Турлинген Тарас» объявляет конкурс на самый лучший пост в Инстаграм. Необходимо просто сфотографироваться на фоне достопримечательностей и выложить это фото в Инстаграм с хэштегом «Жамбылской области 80 лет». Призы гарантированы. Сегодня парк является одним из часто посещаемых достопримечательностей не только Тараза, но и всего Казахстана. Здесь вы сможете гулять, наслаждаясь современной архитектурой. В зоне Wi-Fi книголюбы читают информацию на бумажных и электронных носителях. Влюбленные проводят самые незабываемые свидания, а спортсмены тренируются на спортивной площадке. Больше узнать о нашем городе, об его преобразованиях и красотах, смотрите нашу передачу «Турлинген Тарас» каждую пятницу на телеканале 77 ТВ в 19 часов.